Здравия желаю. Итак, продолжаем опыты. Значит, сегодня опыт номер 6. 6, 7, 8. То есть 6 еще. 7, 8, 9, еще 4 опыта. То есть надо убедиться. Что я сегодня делал? Сейчас покажу. Значит, подавал, значит. Подавал, значит, питание, вот, то есть заряжал систему, заряжал батарею. Так, заряжал в течение 2 минут, значит, сначала первый заряд, вот он, первый заряд. Напрямую шел. Так, напрямую, после того снимал заряд, снимал. Так, замерял вот этим ампер, этим вольтметром, мультиметром. Что замерял? Напряжение на одной шкале, а на другой амперы. То есть сколько ампер оказалось, то есть короткое замыкание батарейки. Сколько ампер оказалось в батарейке. Так, а вторым номером, что делали? Опять-таки применял реле. Вот он, реле Амрон, как уже показывал. И опять заряжал 2 минуты. Опять заряжал 2 минуты ту батарею. Вот она, перед это. 2 минуты проходило, выключал-то все. И опять шли замеры. Шли замеры напряжения и амперы. То есть по китайскому прибору, сегодня замеры по китайскому прибору. Что показали замеры? Сейчас покажу. Что показали замеры? Так. Вот они. Вот они замеры. Видите? Значит, заряжая напрямую вот. 9,88 вольта получилось через 2 минуты. А батарея вот эту разрезал до нуля через вот этот моторчик. То есть включал моторчик, он крутил, потом останавливался. И еще ждал он. То есть уходил в ноль. Уходил в ноль. Так. Далее. И, значит, замер произвел 9,88 вольта и 1,20 ампера. Получается 11,856. Видите? Вот. Здесь с помощью реле 7,89 и также 1,20 ампера. 9,428 ватт. Емкость была. А так было 0. Вот сейчас померить. Вот сейчас померить ее. Вот сейчас. Чтобы это, как говорится, не было подозрений. Сейчас померим. То есть сначала вот ее разрядим в 0. Так вот. Вот она пошла, да? Разрядим ее. Разрядим в ноль. А потом померим. Разрезал в ноль. То есть разрезаем в ноль. Пусть крутится, пока не разрядится в ноль. Также, значит, разрезал, когда померил через реле. Реле, значит, через реле идет, то есть сматывает 10 ватт. А фактически, видите, в 3 раза больше.
3,79 раза больше. То есть пусть сматывает до нуля, пока крутится еще. Замедляется, то есть заряд там был 11 ватт, она его быстро крутит, моторчик этот на 120 ватт, 11 ватт ему скрутить махом. За пару минут уже. Все. Все, видите, скручено. Какая емкость у него? Посмотрим. Подождем еще пусть. Вот сейчас посмотрим напряжение. Напряжение. Восемьдесят. 0,8 вольта. А сейчас его замерим. Замерим на амперы. Какая емкость. Ноль пять. То есть 0,8, 0,5 ампера. Сейчас помножим. Остаточное 0,8 вольт помножить на 0,5, 0,4 ватта. То есть 0,4 ватта. То есть роли тут большой не играет в вычислениях. В итоге, значит, вот сегодня, значит, замерил, получилось, значит, видите, 11,856, так, и 9,428 ватта. Итого, вот мы делим. 11,856 делим, разделим на 9,9 и 428. Как видите, 1,257. Так. Однако у нас напрямую, когда подключено, сматывает 45 уже сегодня. На эту батарейку не 50, а 45. 45. А здесь сматывает 10. Разделим на 10. Видите, что получается? 4,5 разница. А тут 1,25. То есть должна быть разница была тут. 4,5, если система работает
работает, как говорится, не дает обратного тока, не дает прироста. То есть это не БГТ. Если это не БГТ, как вот физики говорят, то должна была показать разницу 4,5 раза. Она показала 1,2,257. Значит, 4,5 раза делим на 1,257. Получаем, видите, 350 и помножим на 100. 357,99. Ну, 358 вот. Значит, правильно тут будет КПД 358%. То есть сегодняшний замер, это шестой, показал КПД 358%. Пока не будем делать выводы. Осталось, значит, седьмой опыт, восьмой, девятый, десятый. То есть надо, видите, тут скептиков, много скептиков, там много пишут, там какой-то Крицкий постоянно пишет. Что ему надо, я не пойму. Постоянно пишет, ты дурак там, то все. Вот. Ха-ха-хи-хи. Но я ему отвечу, этому Крицкому и всем, кто ха-ха-хи-хи, что я, как говорится, проверяю. Сами видите как. То есть, если бы я хотел соврать, там показать, я бы это не проверял по 10 опытов. То есть, самое главное мне убедиться. Убедиться в чем, что система работает, чтобы для чего? Если она работает, можно закупать батарейки АКБ. И все на этом успокоится. Будет, значит, для квартиры освещение. Инвертор, одна батарейка заряжает две. Как с КПД 358, видите. 258 идем. Пользуемся и 100% назад. Но для того, чтобы убедиться в этом всем, еще 4 раза проверим. То есть я самый больший, как говорится, скептик здесь. Из всех Крицких. А Крицкий, я тебе одно скажу, что тебе надо, не пойму. Тебе здесь и делать нечего. Или ты, может, засланный казачок, зомби-робот.